19 апреля в Рязани состоялся первый всероссийский благотворительный конкурс «Фестиваль творчества и искусств «Забава земли Рязанской». Особенностью конкурса является участие в нем детей с ограниченными возможностями здоровья из разных регионов России. Участники демонстрировали свои таланты в области хореографии, вокала и художественного слова. Такой инклюзивный проект стал возможным благодаря соглашению, которое было подписано между благотворительным фондом «Мамино сердце», военно-патриотическим движением «Юнармия» и фестивальным движением «Доремикс». Поддержку организаторам оказали студия праздника «Каравай», руководитель Ирина Асатрян, и музей истории Рязанского леденца, руководитель Наталья Майзельс. Все волнуются, но я уверена, что все пройдет хорошо. Спасибо организаторам за чудесную площадку, за чудесное мероприятие. И всем удачи! Это мероприятие призвано прививать с детства нашим детишкам патриотическое сознание, нашу национальную идентичность, любовь к родине, любовь к родителям. Потому что дети – это наше будущее, мы на них делаем опору. И это наша элита, управленческая элита в будущем. Это будущее нашей страны. Сегодня мы открываем новый фестиваль «Забава земли Рязанской». Очень надеемся, что география этого фестиваля перешагнет границы Рязанской области и захватит все регионы Российской Федерации. «Забава земли Рязанской» включает в себя три основных номинации для детей. Это хореография, вокал, художественное слово. Фестиваль признан объединить детей особенных и совершенно обычных детей, посещающих средние школы, лицеи, занимающихся дополнительным творческим образованием. Мы надеемся, что сегодня дети получат большое удовольствие, а их педагоги увидят продуктивность нашей работы. Нас не сломить, не запугать, не выжечь. Мы все как монолиты, но стеной. Россия станет и сильней, и выше, и я всегда горжусь своей страной.